Итак, всем здорово. Это Распад. Итак, команда КВН. Юрские ребята. В общем, мы вернулись. В этот раз с парком Юрского периода. На SNES, Super Nintendo. До этого мы прошли... Пардон за мой голос. Just a little ill. Вот, блядь, понты, да? Типа мышь, но не мышь. Ну что, могу на Universal кликнуть? Хуй. Start, high scores, music on stereo. Окей. В общем, прошли мы ее на NES. Ну, такая простенькая игруха. Игра детства, так сказать. И я играл, прошел уже на канале для Sega, для... NES для Sega две части пока. Обычную и Rampage Edition, но не Lost World. На SNES я вообще не играл ни одну толком. И ходит слух, что эта часть, она... Ох, ебать, что за хуйня. Что эта часть, она как бы те же яйца, что и на NES, только вид сбоку. Вот хочется... посмотреть, что это вообще такое. Ну что ж. Так, что там у нас? Звук какой-то тихий, да? Я, наверное, громкий, а звук тихий. Давай. Welcome to Jurassic Park. Окей. Стерео пошло. Так, что он умеет? Доктор Грант. Ну, тут хотя бы на Доктора Гранта больше похож. Хотя тоже какой-то... Черт. У того-то вообще было, типа, это... На NES, там. Как будто из шляпы рука висела, там, торчала. Какой-то... Смоки Бер, или как он там называется, который предостерегает в Америке, чтобы пожары не разводили в лесу. Итак... Ты умеешь что? Стрелять. Током. Восстанавливается. Вижу. Что умеешь? Прыгать. Уля-ля. Кланяться умеет. Мое почтение, мэм. На Y вообще ни черта не происходит. На LR тоже. Ладно. Предположим, возьму шары. Ну что это? О! На Y теперь я могу шарами... лупить. Так, ладно. Иди сюда, блядь. Просто испепеляет их Доктор Грант. Безжалостный ублюдок, а? Ах, ебать. Эти мать-то. Это что за хуйня? Так, ну здесь, наверное, током бьется. Ух. Я на вас не буду тратить драгоценные патроны, значит. Мазончик, Слушай, он что, заменяет те патроны, которые у меня были? Нечестно. Они, надеюсь, бесконечные. Так, насколько я понимаю, мне сюда, да? Ну-ка. Окей. И что это? Грант. О, Джон Хэммонд. Какой не похож вообще какой-то, не знаю. Чуть-чуть. Эй, ты что сказал-то?
даже не почитал. А. Ян Малкольм. Рапторы плодятся, собери все их яйца. А вы что делаете? Включи генератор в каком-то... Где-то, короче, включи генератор в каком-то. Все? Ну ладно. К черту, иди отсюда с экрана. Нихера не вижу. Эй. Мистер Ти, Тимми, не стреляйте в галимимусов. Они могут обратиться в бегство. Они уже обратились в бегство, блядь. Тимми. Малыш, Тимми. А, да что ты, блядь, съебись с экрана. Психолозаурус, вы очень территориальные. Держитесь от них подальше. Блядь, вы где все люди, а? Ух. Черт. Что-то... Ох, ебать. Какой-то лабиринт, да? Меня так сейчас на этот наебашит. Хренозавры эти. Ох. Не подходите близко, как дела база. Все. Fuck you. Ох. Я этого плевка чувствую себя не очень потом. Начинает штормить. А он сдох? Глумиться над его телом, прыгать. А он встанет потом, что ли, еще? Почему труп остался? Почему его не растворило? Бля. Прицельно бьет, а? Че блять, бродяжин, че бесцельно, а? Вообще не понимаю, что делать-то надо? Генератор включить, яйца? Ну, опять? Сменил просто. Металлические яйца. Ну, что-то еще. О, яйцо. Упс. Бля, идите нахуй отсюда. Грэнд. Вообще не понимаю ни хера. Это что за херня? А, это труп. Слушай, смотри, трупы-то остаются. Не кисло, да? А что за хуйня? А, аптечка? Здесь есть аптечки, значит. Уля-ля. Яйцо ты взял в итоге, мудак? Excuse me, а. Эх, ебать. Выходят вроде такие. Ах, ебать.
неспешно, а потом как начинают бегать за тобой. Пошел нахуй. Этих побольше вроде патронов дают. Я нихуя не понимаю, куда идти, блин. Я говорю, если ты увидите трицератопса, бегите как сумасшедший. Пошел. Блять, пизду, а. Не, мне это больше нравится. На, нахуй. Безжалостный грант. Так, это тоже было пизже, чем... Да, ёпта, нихуя не вижу этих штуки. Вроде не слепой. Блин, 16 яиц осталось. Хотя бы на карте показывать, что ли? Ох, нихуя. Ну ладно. Окей. Где я был, где не был? Короче, надо ебашить во всех, почем зря. Батя, если бы вы с экрана съебались, я бы, может, чего увидел. Уроды, блин, тупые. Угу. Десять кадров в секунду. Так, здесь я вошел, да? Пойдем. Ну, слушай. 3D, конечно. Бля, вот как бы тебя увидел, а? Кусок дерьма. Что такое? Все выглядит одинаково пока что. Куда идти, ума не приложу. Окей. А, ты стоял, ждал все это время. Чпок. Карточку Джона Хэммонда надо. Окей. Как, ничего нет. Даже взорвать нельзя. Там выход вообще, скорее всего. То есть мне тут ловить нечего, получается. Там нужны ночного видения эти, очки нужны. Там нужна карточка. Ну что, валим отсюда?
Что-то, блядь, Хаммонд не мог мне карточку дать, что ли? Что-то пиздишь там только по своему телефону. Шотган. Шотган, там одна пулька, блядь. Ты чё, ракеты бери. Осел тупой, блин. Не можешь двое одновременно нести оружие, что ли? Ладно. Ну, тут ничего не нашли, в общем. Полезного. Ты пошел ты к черту, Тим. Тимми. Ты что, плавать не умеешь, доктор Грант? Ну ты, блин, пипец. Ну пока, короче, вообще не очень похоже на то, что на НС было. Ну, графон намного четче, конечно. Зеленая хоть зеленая трава. Со всякими текстурами. Там-то вообще ни хера не было. Так, тут что-то какие-то зоны меняются какой-то. А че? Покланяйся этой вывеске. Бля, можно отключить этих мудаков, чтобы они не появлялись поверх экрана? Ну, там музончик такой, трип-хоп. Ох, что-то 90-е. God bless. Ох. Так, ну я как понимаю, это такая, как большой хаб такой, где мне надо яйца все собрать. А промежуточные зоны, это типа как 3D-шные вот эти вот уровни. И тут что-то надо делать, не пойми что. Так, тут что? Button B right mouse exit select. Тут что-то мыши можно играть, что-то офигеть. Это динозавр? Или кусок говна какой-то? Был динозавр, видимо. Шпадюк, блядь. Узнай, что там. Куча пикселей какая-то. Так, ночные очки нужны. Которых у меня нет. Здесь какие-то выключатели. Так. Еще ниже могу, что ли? Давай. Ну, текстуры почетче, чем Zero, Zero Tolerance. Скажу я вам. Конечно. Это все, наверное... Пошел нахер. Это все без мод 7, как я понимаю. Просто на двигле сделано. Понятно вообще.
под хвост ему зарядил. Очки ночного видения взял. Слушай, неплохо. Фух, что-то курочка. Сберлял что-то тут. Нашел. Доктор Грант. Security level 1. All right. All right. Fuck you. Bitch. Йоньк. Ох. Какая мультяшная курочка там. Это что такое? Rocket launcher. Окей. Ох, как. Глаза привыкают, кстати, к такому фреймрейту. У меня есть очки. Нихуя, блин. Зашел, называется. Надолго мне их хватит, интересно. Куда идти? Хер знает. Что-то мне кажется, заплутал уже. Чего? Кто орал? Ты что ли? Ох, ох, ебать. Я удивлен, что я что-то попадаю еще. С 5 кадрами в секунду тут. Пошел ты, блядь. Йоньк. Газ, гранат, ланчер. Блядь. Тащи ты за это. Плевался вообще. Ух. Теперь понимаю, что игра это достаточно долгая, видимо. Даже не понимаю, куда я иду. Опять вниз.
Дам щит. Что это за говно, а? Дайте мне оружие какое-нибудь. Это у меня сейчас кончится моя ракета. Чудесно. Останется это говнище какое-то. Какие-то пластиковые стаканчики кидает. Ну, это вы знаете, на кого подействует только. Хотя нет, смотри, усыпил. Газовые гранаты, типа, наверное. Ух, ебать. Ох, чувачки, блин. Думаю, их вывертили, конечно, 3D, блин. Это было до Doom еще, наверное. О, до Вольфенштейна. Отсюда я вошел. Здесь еще есть какие-то двери вообще. Все, блядь, столько текстур, что я ни хера не понятно. Какой ляд я вообще сюда пришел? Ну, видимо, мне сюда не надо. Так, ну, видимо, отсюда я пришел. Раз никого нет, наверное, я их убил уже. Может, не сюда? Ага. Вам нужен на карточку Алан Грант? А я, блядь, кто? Хуй собачий. Ку-ку, ёпта. Сука, теперь обратно бежать. Ты откуда взялся? Я же всех убил. Видимо, я их усыпляю, а они все равно встают потом. В жопу эти газовые гранаты. Засуньтесь все. Хули я сюда пришел? За очками только, получается. Три двери. Куда пойдешь? Вот лифт.
тут взялся такой? Что я убил уже? Это круче, чем газовые гранаты, которые в живых оставляют. Не оставлять свидетелей. Всех мочить. Мы тут кто? Палеонтологи, что ли? Нет. Мы убийцы динозавров. Чикен. Чикен, чирикен. Выпустите меня отсюда уже. У меня же глаза болят от этого. 3D. 3D, МАЭС. Погоди. Ну ладно. Походим здесь. Теперь у меня очки есть. Здрасте. Карта Яна Малкольма. Карта. Играть в карты. Крою я на Малкольмом. Слушай, там было, надо было Гранта карту. И Хаммонда я видел, где-то карта нужна была. Бля. Пойми, короче. Стоит пиу и яньк. А это что за аппарат? Включите генератор перед тем, как ну ладно. Наконец-то отсюда вышел. Перуанские мотивы. Как на свистульках играют эти перуанские индейцы и танцуют. Пошел ты. Елена в этом Ваенга. Ох, ебать. Как меня ждал. Ну, конечно. У меня же... Они самонаводящие же. О, яичко. Ух. Ух. Осталось 15 яиц. Ладно. Это попал. Я сразу начинает колбасить. Он право-слева путать начинает. Ну что, если у меня сейчас жизнь кончится, все, пизда игре.
Ох, извиняюсь. Что-то я совсем плохо стал. Блять. Интересно. Где же я начну? О, отлично. Почему 3 жизни? 4 же было. А яйцо я взял уже, а то интересно. Но пушки у меня вроде все мои. Ну, можно рэп читать какой-нибудь под этот мозг. Ох, начало 90-х. God bless. Fuck you. Пачукелозавры. Бля, да я понял уже, иди в пизду, сколько можно повторять и на весь экран вылазить? Женщина. Вот эти вот, слишком, они очень территориальны. Вот, один удар и все. Их территориальность меня не ебет вообще. Дамочка, а? Come on. Хули ты несешь? А хули ты несешь? Ресторан. Что там лифт был? Где здесь было темно? Мне надо туда, где темно. Ну что, очки есть. Смех не отняли. Ох, пардон. Давай. Ну-ка, могу я тут что-нибудь ускорить как-то? Суперскоп. ТПО спит. Нормал. Турбо. Нормал. Турбо. Ну-ка. Турбо. Что-то поменялось? Нет. Ах. Пересрал. Никого нет. Не хочу вот это говно брать. Сука, а придется. Никого не вижу. Я сейчас начинаю путаться опять. Куда, блядь, идти? Ага. И чё, ты вышел? Я ждал очки. Писав щета. Он как-то автоматически поворачивается. Ну ты еще дальше мог поехать. О, здрасте. Тихонько. Да блять. Дайте мне выйти отсюда. Пэу. Эу.
Короче, скорость вообще ни разу не помогает. Или помогает. Чуть-чуть, да? Нет? Да? Ух! Я хз, по-моему, так же херово. Ну, это что за хрень? The fuck is that? Это что такое? Печеньки какие-то, что ли? Понятия не имею, что за хрень. Печеньки? Ох! Так. Денис, Недри, ади карт. А как посмотреть, что я вообще имею, какие карты? Покажи мне карты, какие у меня есть в наличии. Нет? Нет? А, это инкубаторная. Ну, пардон. Ох, пошел нахер. Дайте аптечку. Должен на крышу выйти в теории. Да, смотри-ка, что, вышел. Пиздюки, а, пошли в жопу. Током ударю. Пощекачу сейчас тебя. Ну тоже могу, знаете ли, быть злым. О, личка. Четырнадцать яиц осталось. Ох ты ж, ёпта. Смотри, что умеет, а, запрыгивать. Надо вам плюсик. Прям маленькие, блин, а кусаются, больно. Ой, блядки, а? Слушай, на эту могу сесть, поехать? Вряд ли, да? Карта Хаммонда. Теперь вспомнить бы, где она... должна была примениться. Доктор Грант. На первом этаже? Или, блядь, в рапторной, что ли? Я черт его знает. На втором этаже надо было не недривскую, да? Недри. О, опять слушай. Респаун аптечек, отлично, отлично. Может, я еще... куда пройду?
Не помню, где там от Хаммонда используем. Блять, сука. Это меня бесит, что надо. Мимо этой херни проходить, постоянно ее брать. Я не хочу брать ее. Брать. Блять. Так. Что, кругами хожу, что ли? У меня же есть очки. Типа меня жизнь отняли? Охуенно. Слушай, а те очки, они что, потереться ими только что? Ну странно. Доктор Грант. Так. В холодильник зашел. Ресторан. Ресторан. Дайте мне мои шары. Так. Значит, где-то тут требуются очки. Там что? Вот тут, наверное, да? Да. Значит, мы тут съедят к хуям. Чпаньк. Эй. Это что-то новое какое-то место? Там динозавров, да хуя что-то. Может, я как раз хаммандской карточки открыл? Не понимаю, блядь, не понимаю, все на одно лицо. Так, а типа в подвал еду, да? Ну, давайте, покажи, что тут. Sub-level. Наверное, да, это... Блядь, зачем зашел? Ебало ты тупое, давай выходи. Sub-level. Ать. Йоньк. Piece of shit. Думал наебать меня, что ли? Здесь надо на этой вишеночке. Меня все смущает. Я же брал их, ёпта. А ничего, действует только на одно здание. Ой. Где аптечки, когда они так нужны? О. Пошел нахуй. Чучело ебаное, блин. Я доктор динозавринских наук, ёпта. О, контрольная комната. Пяу. Опять пойди, какая-нибудь карта нужна чинить. Так, а хули я тут забыл? Ну, они тут не все комнаты посмотрел, да? Слушай, если бы я ребенком в такую игру играл, я бы, наверное, возрадовался. Мне бы было по кайфу. Похуй, что 3D ебаное, но компа-то не было.
Я радовался-то на Сеге, там 3D когда было. Как он, Zero Tolerance. Ну, тут вроде как даже по текстурнее. Хоть и фреймрейт по ебани. Так. Ага. Динозаврик стоит, значит, я тут не был. Ах ты ж гниль тупая, блин. Ребята веселые стоят. Ага. Че еще взял? Че еще взял? Че взял? Хуй знает. Какую-то хуйню взял, короче. Ладно, пойдем на нижний этаж. Сюда, что ли? О, господи. Да. Так, тут надо карточку с Элли Сеттлер. Кто это, блядь? Это тетка, которая? Я не помню, как ее звали. Сюда, может? Бля, ну я не помню, куда идти. Просто выйдите. Пустите меня. Пустите меня. Вот лифт, да. Отлично. Ну, я везде был, да? Здесь я был? Ага. А у меня нету, да? Ночного видения. А я, блядь, ебу, что ли, есть они у меня или нет? А что ты взял? Хуй знает. Давай посмотрим. О, да, смотри. Ну, блядь, мне нихуя не написали, что я их взял. Ой, блядь. Че, сюда пришел? Тут ничего нет. Алло. Алло, улю. Окей. Теперь я могу на другом этаже сходить. Значит. Где там из меня форшмак сделали. Пойди, блядь, вспомни тут. Так. Помню. Тут? Нет. Столько дверей, ёбнешься. Ну что, здесь? Тут. Нет. Так, это лифт. Нет, нам лифт не нужен. Вы нашли немножечко еды. Ресторан. Холодильник. В холодильнике всегда что-то есть.
Это радует. Так, ну это я по кругу хожу. Значит, надо ехать на этаж выше. Последний этаж, что ли? Бля, по-моему, на первом этаже было. Я нихуя не помню. Помню, ну как, блядь, где это было? Сука. Kitchen. Поищем, давай еще поищем. Как насчет карты, а? Реально. Все играли за Red Alliance? Ух, ебать. Что за звуки? Окей. Запомним это место. Нам точно не сюда. Значит, сюда. Сюда, наверное. Ага. О, карточка Алана Гранта. И она была нужна как раз в рапторной комнатке той, по-моему. Аллилуйя. Надо на кухню зайти, в холодильник. Там все такие ништяки лежат. Так, слушай, слушай, нет, пока не поедем никуда. Сначала... Сначала пожрать. Блять. Так, нет, сюда не хочу. Всем буду. Так, там что? Не прости, блин. Так, кухня. Что-то здесь холодильник должен быть. Нет. Потренируй свою память, называется. Короче, нашла свою карточку, получается. Да, из ресторана будет холодильник вот здесь, по-моему. Угу. Ну что, пойдем в то здание, что ли, получается? Чем надо опять? Так, а выход? Чем надо опять будет? Очки на ночное зрение искать, что? Что, на последнем этаже там были темные комнаты или нет? Я взял на любом этаже, да, на подвальном. Давай посмотрим. Сейчас посмотрим, раз мы тут, чтобы, блядь, не посмотреть, да? Тут динозавры все сдохли уже. Так, это инкубаторная. Денис Недрикарт нужна здесь. Угу. Окей. Тут же три двери, блядь. Так, отсюда вышло, получается. Да. Ну, тут смотреть нечего особо. Тут только карточка Недри нужна. А на последнем проверим на всякий случай. И пойдем, если что, пиздохать, где там Грант. All right.
Это просто выход. Значит, все. Ну, отлично. Валим отсюда. Так, тут у нас будет холодильник. Да, здесь будет выход, по-моему. Где-то тут. Недалеко. Да? Нет. Блять, опять сюда пришел. Так. Больше некуда. А, кухня. Что-то мы близко, я думаю, к выходу. Да, вот. Окей. Что за слепые углы ищем? Тирекс близко. Не-не, я отсюда ухожу. Мне тирекс не нужен. Так, где-то тут была карточка Гранта нужна. Сразу лифт вам. А что такая хуйня? Что тут? А, питание надо было включить, да? Че, блядь? Все ожили, что ли? Здесь вообще нихера нет. Нахер такая комната нужна, да? Ничего, все? Одна комната? И все? Серьезно? И все? Какая трата времени. Я тут был уже. Я хуй его знаю. Поехали ниже. Больше идти некуда здесь. Да, выходи, блин. Да выходи, что ли, ты, ёпта. Ну, поехали ниже, чё. Хер ли тут делать-то еще?
Это я помню здесь. Побольше всего. Так это мне хрень больше нравится. Мне нравится, что динозавры не оживают, и ты вроде как можешь понять, где ты был, где не был. Хотя бы так сориентироваться. Чем, так сказать, карты нет, блин. Все на ощупь ходить. Так, я вижу дверь там. И тут. Security level 1 нужен. Угу. Уровень доступа первый. На кек его, блядь, найти. Ну, карточка Гранта точно была нужна где-то здесь. Я же не с ума сошел. Так, здесь только одна дверь, и здесь одна дверь. Окей. Все, еще одна дверь. Какая-то оранжерея, что ли? Пошел нахуй. Так, здесь я не был. Видимо, карточка Гранта помогла. Лабиринт сраный, а? Есть кто? Алло. Алло, улю. Блядь, дверей до жопы только. Четыре двери аж, а? Что, блядь, издевайтесь? Четыре двери, нихера никого нет. Был, что ли, уже? Кукусики. Помогите. Был. Слушай, а тут был, по-моему. Бать. Ладно, обследуем все комнаты. На тебе, блядь. Хотя бы понимаешь, что здесь не был. Судя по всему. Мясо лежало вроде, нет? Ну что, приглючило уже? Ага. Блять, ну кто так строит, а? Господи. Роберт Малдун. Тун, блядь. Что за Малтун еще? Надо было книгу, наверное, читать, чтобы понять, так, что это за Малдун. Хочешь, короче, карты собираешь только. Mm-hmm.
Здесь ничего нет. Бля, это для детей игру сделали, чтобы они тренировали свои вещи, что ли? Память свою. И заодно терпение. Потому что у меня, блядь, терпения не хватает уже этой бродяжничеством этим заниматься. Ебать, еще 4 двери. Ебать. Я ебу, что ли, где я был, а где я не был, а? Все похоже, бляха-муха. Провалить отсюда надо, короче. Не понимаю, нихуя не понимаю. Блядь, какие карты у меня есть? Я все забыл уже. Блядь. Так, а здесь я что был? Ушел отсюда. Тупик или что? Опять лифт? Опять лифт. Еще ниже могу. Угу. Поехали. Sublevel 2. Raptor Pen. Pen это что? Ручка, что ли? Pineapple Apple Pen. Я тут, видимо, был. Ага. Как вот хмырь стоит. Как это, костюмы, да, вот этих резиновые рапторов. Какие-то нелепые такие же. Ты что тут, за барной стойкой стоял, что ли? Что тут такое вообще? Что-то хуйня, блин. Что-то деревянные. Ищу лифт, а. Сколько здесь лифтов? Да есть у меня очки, да? Да. А чё, клетки какие-то, что? Тюряга? Так, ю. Логотип. Ох, ебать. Хоть такие, а? Дураки мы. Дураки. Это двери, что ли? Что это за хуйня? Туда можно войти? Жизнь, смотри, что. Раз вижу, что в жизнь давали. Кайф. Так, ну знаешь, я понял, что сюда можно зайти. Че это? What the fuck? Куда я попал? Серьезно, куда я попал? Что за хуйня? Ой, чудом ушел отсюда. Ебать, вот это глючное говно, а. Какие-то текстуры провалился там. Что нахуй сюда пришел? Это везде так? И здесь то же самое?
Блять, программисты кривожопые. Только там можно, здесь я не могу зайти. Ох, ебать. Слеплен-то, а? На коленке. Ты чё сюда приходил? Непонятно. Окей. Опять лифт. Ниже поедем еще. Да нет. Вверх. Был, по-моему, нет? Слушай, это визитер... Блядь. Визитер-центр. Ах. Пошел ты. Проснулся, что ли? Я, по-моему, вас убивал всех. Реально, слушай, я под землей прошел. Ну, блядь, вы даете. Давай, вылази. Да выходи, что ли, мать твою. Так, тут куда? Наверное, в лифт. Итого, я взял карточку Молдуна какого-то. Карту Гранта нашел уже. Карту Малклима. Угу. Не кисло. Осталось найти выход отсюда. Странно, да, что очки ночного видения только для конкретного здания работают. Для каждого здания нужны свои очки. Отлично, да, придумано. Просто замечательно. Так, слушай, отсюда я приехал только что. И все. О, сорян. Отсюда я приехал. Мне больше никуда не пойти, что ли? Come on. Сюда. Да, сюда, давай. Пошли. Сюда. Не, здесь путь. Да, вот это говёное место, где... Не пройти, чтобы не взять эти сраные гранаты, эти газовые гранаты. Кухонка. Наконец-то. Даже не знаю, куда пойти теперь. Да не буду я, блядь, убивать их. Отстань от меня. Сейчас возьму и убью на злоте. Будешь вылазить тут. Как ты вообще со мной связался? Мальчик. Слушай, есть какой-то радар внизу? Вообще работает, нет? Ты должен ввести пароль. Не помню, там гигантский стрекоз. Bullshit. Bullshit. Какой-то палаточный лагерь, что ли?
значок такой. What the fuck? Ах ты ж. Я понял. Съебись, мальчик. Фак. Да он не может бегать, не умеет. Ну реально не умеет бегать. Так, блядь, максимум как умеет. Че вообще я взял? Дротики? Буду, блядь, не против дротиками стрелять. Ух. Пошли нахуй, я, блин. Ту-ту-ч. Бля, уже убил, а? Хуя. Хуя. Пошли в жопу. Да пошел ты, блин. Мне тут, блядь, еще указывать, что мне делать. Я тут доктор, а ты никто, ты вообще маленький пиздюк. Доктор сказал убивать, значит будем, блядь, убивать, сука. Блядь, откуда ты взялся? Господи. Господи, прости. Аптечки тут больше нет. Тут побежит трицератопс. Ах, блядь. Я думал, один только побежит. Окей. Теперь мне дали две жизни. Сначала было четыре жизни, потом взял продолжение, дали три жизни. Теперь мне дали две жизни. Потом дадут одну жизнь, а потом скажут, идите нахуй. Да? Слушай, по-моему, если этих убить, твари, то они больше не появятся. Вот эти твари точно появятся. А те вроде как... исчезли. Так, тут вылезет, да, гандон? Сука. Гнус, а? Сейчас тут дохуя больно. Этим игра на NES похожа, что здесь кустов вылазит, да? А, тебе, сука. Твери. Нюхни газку, приятель. Эй. Не работает, что ли? Что-то не работает. Кажется, там внизу не был еще.
Так, ладно. Там не работает нихуя. Может, там вниз надо пойти? Ох, не ту кнопку нажал. Ох, ты ж, ёп. Не вспомнит нихера, да? Угу. Ну да, понятно. Кругами буду ходить. Эту игру можно играть вдвоем. Иди нахуй, а. Ты меня затрахал, мальчик. Такой же заеба, как и в фильме. Угу, птичку вижу. Прикольные. Да понял я, ёпта. Здесь что ли опять побежит? Здесь, по-моему, нет. Ну тут хотя бы, если пробежит по тебе, то тебе точно пизда. Ох. Да, может, на NES тебя могут пару раз придавить, и тебе ничего не будет. Это такой, сукин ты сын. Знаешь, что генератор на это? Какая-то шелупонь вся купит. Что такое? Е? Ох, ебать! Вот тебе е. Пипец. Грант. 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 Пипец.
Поели дядю Гранта. Little shit. Пипец, блин, конечно. Тирекс меня изнасиловал. Знаешь, что генераторная комната? Так, что это у нас? Вот. Ну, бларшет. Окей. Окей. Йоньк. Сейчас все включим, мне ссы. Да еб... Блять. Заебал, блин. Угу, Night Vision Google. Google. Эй, ты откуда взялся? Ты, блядь, проснулся, что ли? Эти дротики говно собачье. Пора завязывать с ними. Ну вот, блядь, под сраку дал. Хуякс так. Чтоб в клочья разнесло к хуям. Так, это пока мне не надо. Здрасте. Гостеприимные, они ничего даже мне не сделали. Так, вот это что ли? Что это вообще? Power. Окей. Кажется, я сделал. Да-да, я взял. Теперь можно к банкомату идти, это, да? Вот к этому. Что там? Пойдите вспомнить, я банкомат второй видел. Здрасте. Милаха такой стоит. Fuck you. Слушай, а там был еще, по-моему, банкомат. Вдалеке, нет? Вот опять ожил, блядь. Теперь ты точно упокоишься с миром. Тут нет где-то. Кому-то. Нет? Нет? Показала, значит. Мне, значит, там все-таки было. Ладно, поехали на лифте. А зачем я включил, собственно, генератор? Алло. Thank you.
Ах. Ну, такое. Можно, конечно, было и лучше зайти. Дональд Дженеро Сайдикард. Господи, блядь. Где тут меню? Ёбаный ваш рот, а? Чё нет меню? Пошёл нахуй, блядь. Прыгай, что у меня тут ещё. Ебло утиное, а? О. Эти карты понаходил уже, можно реально уже в дурачка сыграть с таким обилием карт. Че? Рапторы не будут атаковать, пока ты их не... Сам я атакуешь. Так, твой сенсор будет... Да, окей. Где? Грант. Сакер. Спасибо, матч помог. Сам ты сакер, блядь. Ну, визитор сендер. Угу. Окей. Умная какая, а? Где вы, блядь, все там есть вообще? Да я, блядь, не атакую. Вон они сами атакуют. Вы что, блядь, издеваетесь? Угу.
Визитер-центр, да? Не съедят, блин. Тирекс опять не нападет. Че, пульки, блядь, сами первые нападают. Что-то, блядь, наебал меня, по-моему, этот. Недри. Кому я хочу доверять, в принципе? Все же смотрели кино. Так, где-то здесь надо перезагрузиться. Знать бы где. Наверное, на саб уровне где-нибудь. Да. Нет, тут должен быть дежурный лифт какой-то. Сам путаюсь тут. Чё, блядь, куда идти-то? Ёбаный рот. Сюда? Сюда? Нет, не сюда. Сюда, по-моему. Да. Хули эти все карты свои раскидали, блин. Ну, надо компьютер здесь перезагрузить. Логично. Где еще? Да. Место как будто. Ну, вот тут, наверное, да? Где, блядь, перезагрузить? Тут? Нет? Не помню, где-то стоял этот ссаный. Банкомат такой. Логично было бы здесь поставить, а? А там что? Слушай, я отсюда выходил даже, помню. Теперь я, значит, без карты не смогу ничего сделать. Bullshit. Туда, может.
Чё за комната такая? Здесь тоже нихера не сделать. Fucking shit. Видимо, все-таки надо идти на этаж выше. Визитор-центр, она сказала, да, это? Да выходи ты, ебаный ты, блять, в рот. Мудак тупой, сука. Ладно, здесь что? Здесь ничего, здесь ракеты были только, да? Ладно. Явно не на кухне делается. Здесь выход. Ресторан. Где лифт наверх-то, ёпта. Здесь чё? Всё, блядь, на один лад, а? Это не тот лифт, который мне нужен. Что-то начал плутать уже. Слегка. Даже не слегка, как следует, по-моему. Блять, где ебаный лифт, а? Фак. Опять кухня. И кругами хожу. Из-за того, что черти, блядь, не могут сделать карту. А, вот он, лифт. Пизда, блин, малолетняя, могла сказать, какой этаж хотя бы, не знаю. Такая умная. Хуль ты умная такая, блин. Нет, нет, тут явно. Где-то я видел, а? А где, не помню. А там что-то?
The fuck? Выход на крышу, видимо. Бля, девочки, где перезагружать-то? Ёбаный в рот. Ты уверена, что визитор-центр надо посетить? Ты можешь спрыгнуть отсюда? Мужик. Окей. Ведь это добрая часть сделана, да, вот эту игры. Слушай, надо туда уходить. Я сразу на выход попаду. Что-то кругами еще пойду опять. Так, ты, блядь, где там? Столб этот. Давай, еще кто-нибудь. Да, я понял, где. Давай, говори. Сюда, пизду. Понятно. Дальше. Визитор-центр. Загрузить компьютер в визитор-центре. Это что такое? Визитор-центр. Блять. Где тут компьютер, ебаный рот? Наверное, в подвале, да? Как я выяснил до этого. Thank you.
Я видел, там компьютеры были какие-то. Куча компьютеров. Ни один из них не работает. Ебаный лабиринт, блин. Control room. Вот. Хочу ребутнуть комп. Давай, ребутай. Давай, давай, давай. Нет? Нашел чуть-чуть еды, блядь. Разве это не в control room делается? Блять. Видимо, нет. Да, а где ту я видел херню, я вот ума не приложу. Консоль. Где ты видел? Где ты стояла, а? Где она стояла? По-моему, стояла в рапторной. Это меня, по-моему, тут наебывает. Перезагрузи компьютер в центре. Вы уверены? Кроме, блядь, синих стен ни хера нету. Здесь что-то есть. Здесь тоже ничего нет. Булшит. Блять, мытарство. Давай, вылазь что. Все, здесь ничего нет. Я не понимаю, короче, что от меня хотят. Я пойду, конечно, в рапторную схожу эту. И там попробую перезагрузиться. Потому что, мне кажется, девочка меня, блядь, наебывает. Нет, мне сюда не надо. Куда же мне надо? Так, погоди. Сразу налево, по-моему. Тут нет, сразу налево. Вот здесь направо, точно. Все, решили наебать. Не недри это ты, девочка. Хуйню несут полную.
Ты точно здесь был где-то? Вот он. Слушай, может, он на выходе прям стоит где-то, я не вижу. Может, блядь, слепой? Заходишь, а там на самом входе. Пошел ты. Что это вход может есть? Вот мы вошли. Смотрим. Нету ни хера. Вообще ноль. Зилч. Дик. Короче, попахивает здесь каким-то наебалом. Пизду, короче. Не могу найти. Блуждать, а что-то... У меня вообще желания нет. Дан. Всем спасибо. Всем пока. Не могу найти.